Иосифо-Волоколамский монастырь в 140 километрах от столицы. На его территории художники-декораторы построили улицы Москвы прошлого века. Итак, французы в Москве. Пока что они держатся довольно миролюбиво в ожидании съемок. Зато режиссер Сергей Бондарчук и оператор Анатолий Петрицкий расстроены воинственно. Вместе с художником-пиротехником Лихачевым они обсуждают, как лучше сжечь Москву. Начинают с мелочей. Впрочем, в эпизодах пожара Москвы мелочей нет. Создатели фильма обязаны продумать все, от высоких задач искусства до обеспечения полной безопасности каждого участника съемок. Для оператора сделан особый жаропрочный костюм. Съемки начались. В роли Наполеона народный артист РСФСР Стрижельчик. В этом хорошо организованном аду режиссеру нужен поистине огнеупорный характер. Всего лишь несколько минут будет длиться этот эпизод на экране, но за ним месяцы подготовки, упорный и вдохновенный труд всего съемочного коллектива. Сергей Бондарчук в этой картине играет одну из главных ролей Пьера Безухова. От кадра к кадру авторы фильма ищут возможности наиболее верного воплощения на экране великой эпопеи Толстого.